Скачем тогда, ну. Вот, наконец, давайте. Мы любим песни, мы любим вымирающий эпистолярный жанр. Какой? Школьный роман. Да, хорошо. Утвержден приказом Министерства культуры РФ от 17 декабря 2008 года, номер 257. Слышь, я утверждаю. Это утверждает. Ну да. Слушайте, повезло. Это значит, с 2008 года я работаю легально. Представляешь, сколько этих натекло налогов. Данный документ согласован с организаторами. Дает право. Хорошо. Спойте, пожалуйста, «Белую ворону» и в продолжение географической темы. Нижний Новгород, соборов и церквей. Это ли вовсе не Нижний? Да, который великий, я почему-то спел его про Нижний. Ну, ну давай ворону. Давай попробуем исполнить воронку. Так, да, в принципе. Да, про белую ворону. Какая песенка? То все черный ворон, Эдгар По, Невермор, шо ж ты вьешься? Каким-то боком ветром телом залетело в мое белое окно. Белая ворона мне не враг и не вор. Белая ворона совсем не то, что мой никчемный черный ворон, что твердит одно лишь слово «Невермор». Белая ворона никогда бы не сказала «Невермор». Белая ворона никогда бы не сказала «Невермор». С белой вороной я не так уж и плох. Белая ворона прощает все любовь, морковь, дурную кровь и целый ворох стихов. С нею я умею обходиться без ссор. С нею я умею молчать часами по ночам, зеленым чаем изучая окна сына во двор. Белая ворона никогда не станет как Невермор. Белая ворона никогда не станет как Невермор. Видна луна под ней, вода и в ней луна, что отражается в ней. В мае никогда не закрываешь окно. Белые вороны, как мотыльки, летят на свет, и боком ветром то и дело попадают в него. Белые вороны попадают в мое белое окно. Белые вороны попадают в мое белое окно. Белая ворона залетела в окно. Белая ворона залетела в окно. Белый